Друзья, продолжаем знакомиться с удивительным и дорогим миром монетных браков. Вот на этом примере. Если после чеканки монета не убирается из-под чекана, а лишь смещается, то она попадает под чекан второй раз. Так появляется брак «двойной удар». Количество таких ударов может быть больше двух. Тогда говорят о множественном ударе. Бракованная монета теряет форму круга, и на ней появляется несколько изображений, каждый из которых смещено. Двойной и множественный удар имеет высокую ценность. Например, в 2020 году юбилейный 10 рублей «Грозный» серия «Города воинской славы» с двойным ударом была продана за 2600 рублей. Инкузный брак «Залипуха». Крайне интересно выглядят монеты с дефектом «Инкузный брак». Другое название «Залипуха». Как ясно из названия, он появляется, если уже отчеканенная монета залипает в чеканном прессе. И следующая за ней заготовка чеканится не штемпелем, а залипшим денежным знаком. Поэтому вместо стандартного изображения на бракованной монете мы увидим негативное изображение. Стоимость российских рублей и копеек с таким необычным изъяном достигает 10 тысяч рублей. Перед вами фото монеты, ушедшие на торгах в 2016 году за 6 тысяч рублей. Следующий брак – смещение, сдвиг заготовки. Смещение изображения возникает, если область чекана попала только часть заготовки, то есть произошел сдвиг заготовки. При этом не только происходит смещение изображения, но возникает характерная деформация кружка с образованием ступеньки, разделяющей прочеканенные и пустую части. Брак частый, но сильные смещения встречаются редко, они дорого стоят. Например, 10 рублей 2017 года со смещением, цена продажи на аукционе в 2018 году достигла 280 рублей.